Сегодня у нас маленький обзор каталога номер 17. Это новогодний, классный, красивый каталог, который содержит в себе очень много тайн, загадок и подарков к Новому году. И Новый год нас обещает быть очень веселым, потому что это год обезьянки, а обезьянка, как говорится, любит похулиганить, пошарить. И тем не менее, есть очень много серьезных новинок. И что мне особенно понравилось в этом каталоге? Несколько новинок, которые я вам сегодня покажу. Понравилось, что это забота о мужчинах. Потому что всегда думаешь, что же подарить этому мужчине, своему любимому? Что же ему выбрать, чтобы его порадовать, удивить? Да, чтобы он ходил такой, классно. Вот, и есть несколько идей. Первая идея, это такая классная штучка на замочке. Никогда бы не догадалась, что это, пока не посмотрела. Она включает в себя вот такую штучку. Это щетка для обуви. То есть это набор для ухода за обувью. Шикарная салфетка полировать ботиночки. И маленькая ложечка. Ложечка. Понятно. Ложечки обычно всегда нету. Не буду ее открывать. Она такой вариант карманный прям. Маленькая, удобная. Я думаю, что такой наборчик порадует каждого мужчину. Потому что ботиночки нужно всегда содержать в чистоте. Есть еще одна идея. Это вот такой комплектик, карманный вариант. Фонарик. Я не буду его включать. Буду. Я его буду включать. Это фонарик. Это у нас рулетка литровая. А это у нас еще по бокам. Такой вообще трансформер. Мальчики же любят всяких роботов и игрушки. Это набор отверток. То есть вынимается отверточка. Какого нужно диаметра. Сюда вставляется на магните. И наш мужчина становится вообще богом, потому что он может что-то вкрутить, выкрутить, да, открутить розетки. Миша мне показывает, как он уже откручивается. И еще одна идея. Угадайте, что это? Это брелок на ключи. Это открывашка. Кто пьет пиво, будет, да. Возьми. И это фонарик. Ты не сделал фонарик. Но это фонарик, ребята. То есть это такой маленький вариант. Да. Нет, я не знаю, откуда тут все выдернуть. Нет, там нет этого. Пока Миша нам думает, как нам сделать фонарик, мы с вами посмотрим такую лапку. Ну как же достать там недалеко? Легко! Мы ее расширяем, как антенна телескопическая чёска. Ну-ка, дайте я вас почешу. Как, кайф? Фонарик светит? Ну-ка, где наши волшебники? Да, он светит. Самое главное, не надо держать кнопку. Очень классный свет. Выключил. Включил. Выключил, включил. Все окей. Выключил, положил. Почесал, все сложил, сделал маленьким. Можно даже носить с собой в кармане. Вот, да, можно от хулиганов отбиваться. Так, следующая тема – Новый год. Новый год – это скатерть. Естественно, накрывать на стол, ставить угощение. Нужна скатерть, и она у вас теперь будет. Она будет очень красивая, очень яркая, праздничная, эффектная. Самое главное, что она прослужит очень долго. Шикарное качество. У нас есть подобная скатерть еще с прошлого года. Чуть-чуть другой рисунок у нас там, по-моему, елочки добавлены. А здесь у вас будут колокольчики, всякие рябинки. Клюквы, игрушки, вообще классный скатерть. Легко стирать, легко сушить, форму не теряет. Скатерть просто роскошная. Берите обязательно себе и в подарок. А, тема кухни для хозяйки. Это банки. Не подумайте, что это просто кукла. Это банки, ребята, смотрите. А внизу гречка. Сверху. Сверху. Сверху сахар. И в шляпе спрячем соль. Вот такая вот классная конструкция из трех банок. Очень необычно будет выглядеть на кухне. Очень суперски. Ну и чтобы было нарядно на столе, понадобится такая тарелочка. Это снеговичок. И он же две тарелочки. Одна побольше, другая поменьше. Например, сюда вы кладете горчицу, а сюда оливки и маслинки. И не забудьте обязательно шпажки для того, чтобы брать маслинки. И новый парфюм. Это Rip
Only это аромат страсти, аромат вечеринки, аромат загадки. Это аромат просто, который сводит с ума мужчин и чарует. Так что, мальчики, держитесь. Мы готовимся к Новому году, и вы узнаете, что будет. Вот такой шикарной коробки, как всегда, Giordani. Мяу, оно вызывает просто сразу желание стать женщиной, потянуться, стать еще красивее, еще ухоженнее, еще шикарнее. И этот бархатный мешочек на специальных завязочках, которые можно затягивать и растягивать, затягивать и растягивать. А внутри золотой слиток. 1 килограмм золота. Он же зеркальце. Вы видите, как шикарно сияет. И он же это просто роскошный набор для самой шикарной, для самой волшебной, желанной, роскошной девушки. И он содержит в себе 2 роскошных блеска, 4 оттенка модных теней, румяна и хайлайтер. Конечно же, набор кистей, чтобы справиться быстро с макияжем. И шикарное зеркало. И самое главное, послушайте, какой звук. Как будто вы захлопнули дверь шикарного новенького Мерседеса. Я вам желаю, чтобы этот Новый год стал еще лучше, чем все предыдущие. Чтобы этот год был наполнен праздником вашей жизни, приключениями, яркими событиями. Чтобы этот год принес вашей семье достаток, благополучие, успеха, чтобы с каждым разом все становилось еще лучше и лучше и лучше. До новых встреч, мои друзья! Я рада была с вами встретиться. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть всегда в курсе новостей. Пока-пока!